Я рекомендую вам подписаться на канал Школьник Донат. На этом канале выходят, ребята, видосы по танкам онлайн. Также напоминаю, что это канал начинающего летсплейщика. И здесь в скором времени будут выходить просто уйма видео. Также у этого автора есть видосы со мной. Если вы заинтересовались данным каналом и вы хотите на него подписаться, сделать вы это можете по ссылке в описании, либо кликайте сейчас на аннотацию. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Вайдер и ГТСка, поздоровайся. Добрый вечер, ребята. Да. Короче, ребята, мы сегодня с ГТСкой опять же играем на желаночку. Желанка будет довольно-таки прям необычненькая. Короче, для ГТСки будет желанка такая, взять какую-то воду, да, жидкость, можно молоко, сок, воду обычную, там. Борщ, суп, картошку. Да. Короче, все, что жидкое, и попробовать это запить через нос, то есть хлебануть вот так носом воду это. Вот. А для меня будет, ребята, немножко другая желанка, так как я ее хочу прям давно-давно выполнить, либо с кем-нибудь сыграть, но со мной никто не соглашается, взять пакет молока и вылить на себя его просто на улице, причем. На улице ты, да, будешь при прохожих, при бабушках, при... Да, при... прям во дворе выйду, короче, и вылью на себя это молоко. А теперь представь, что про тебя ветераны подумают. Ну ничего страшного, у нас ветеранов нет, у нас во дворе одни алкаши и шлюхи. Так что все нормально. А, ну и дети еще маленькие играют. И дебилы, которые едят детей, да? Ой, людей. Да. Вот, короче, ребят, давай сейчас ГТСка на камень, чтобы бумага, определимся, кто у нас будет догонять, а кто убегать. Давай на счет 3. Раз, два, три. Давай опять на счет 3. Раз, два, три. Давай. Подожди, как там? Камень, ножницы. Ага. Давай, раз, два, три. Камень. Ой, раз, два, три. Да, детка, я выиграл. Я тебя буду догонять. Ты меня будешь догонять? Да. Кстати, дай скажу. Я же выбрал, пацаны, эту карту, потому что первый раз Эвадор тут вздрючнул, как гуся, короче, заморского. Только видоса на моем канале нет, так что нормально. Все, давай, выходи, вот. Перезаход. Поэтому жопа Вайдеру. Давай. Все, залетаем. Стой, я еще не залетел. Да я уже залетел, я гружусь еще. Кстати, я ж могу не заходить, да, так как я убегаю. Ну, конечно, ты можешь не заходить. Короче, ребята, играем до... Точнее, не до, а 3 раунда играем. И кто за эти 3 раунда у нас затащит... Тут получается изи вин. Изи вин. Давай заходи уже быстрее, днище. Сейчас. Ну, ГТСка, я сейчас тебе техническое поражение сделаю. Ладно, не надо, все. Я захожу. Так. И вот какой рез, бля. Главное, чтобы за тебя был, пожалуйста. Шо ты, шкарпетка немытого бегемота, ты где? А ты где? Я на низу. Че ты мне трындишь? Ну, блин, так, спокойно. Короче, я на край моста, наверное, стану, чтобы видеть всех. Давай, попробуй. Так, ну ладно, короче, ребята, опять же, играем на желание. Нужно прям затащить вообще по жести. I believe I can fly. I believe I can touch me high. Я тебя, кстати, видел. Да, я полетел прям вообще жестко полетел. Ну, конечно же, у меня рез будет самый вообще просто охерительный в мире. I believe I can fly, I believe I can touch my high. Ой, я еще, кстати, на гусенице приземлился. Блин, короче, ребят, надо уже как-то собраться немножко, потому что что-то проигрывать мне как-то не особо сильно хочется. Не насрать, ты проиграешь, я не хочу этот в нос жидкость запихивать, чтобы потом еще через жопу его выпускать. Так же давай. Так, ладно, ГТСка где-то у нас есть. А, о, привет, Вадим. Блин, мини-тра закончился, стой, не считай. Главное минус не упасть. А, кстати, да. Кстати говоря, да. Так, ГТСка, иди сюда. Ты там едешь, да? Нет. А, это знаешь, как из фильма «Проклятие», короче, ты вот так... Ну да, короче, понял, лягушка, баба Клава, короче, или как ее зовут, я не помню. Блин, ГТСка! Догнал уже. Не было, я тебя клянусь, не было. Догнал. Короче, первый, ребят, раунд уже затащил.
Мне нужно затащить сейчас еще один раунд, и это уже будет, считайте, изи вин. Ну, мы будем играть 3 раунда, чтобы там ГТС не обижался. Не, 4 раунда, давай, чтобы честно было. Если ты меня 2 раунда выиграешь, мне еще было, ну, чтобы на ничью, потом еще 5 раунд, если можно будет так. Это все быстро будет. Ну, короче, давай. Давай, я согласен, ГТС даже на такое. Это я очканул только что, знаешь, у меня так, блин, в душе, знаешь, как, не знаю, зомби Андрей проснулся. Так. Пошли со мной. Пойдешь? Ты кому, Кириллу? Нет. Я ГТС-ки. ГТС на данный момент не может принять ваш звонок, он даже в минусе, бля. А где ты? Наверху в минусе. Наверху в минусе? Это как? Ну так. Это что-то новенькое. Короче говоря, нужно собирать все нетрушки, чтобы они, конечно, ГТС не достались. Но мне кажется, здесь вообще бесполезно, потому что здесь нетрушек просто херова туча. Или туча херова. Тихо. Туча херова. Туча херова нетрушек. Так, ладно. Шоколадно. Это, конечно, все дело хорошо кататься, но нужно... Женщина, носок, выходи, давай, я тебя вижу. Куда-то сваливать. Прикинь, слышишь, супергерой, ну, России, женщина-носок, ебать. Женщина-носок? Да. Главное, чтоб не женщина-сосок. Прикинь, просто женщина, которая не из тела чисто, а такой сосок просто ходит. Оп, с ногами и с нос. Ну да. Чё нет? Да-да, коричневая пимпочка. Звоночек коричневый, блядь. Пимпочка. Так, ГТС-ка, ты где там? А, вон он, я все вижу тебя. Привет, Вайдер. Привет. Ты меня знаешь? Ты конченый. О-хо-хо-хо! Вот это прям жесткое заявление было. Конечно. Ну ладно, я, в принципе, на ГТС-ку не обижаюсь. Кони рогали, поехали за бабой. Давай, бабуля. Да, на дурачка в чёт... на дурачков чё ты обижаться? Типа затроллил. Да. Затроллил. Где-то я летаю. Я просто летаю здесь. Ты летаешь? Как Дунька. Летающий ГТС. Ты что так близко со мной было? Хлоп окаянный. Хлоп. Я! Опа. Believe I can fly? Не, ну кстати, хорошо полетело вообще прям. Главное, красиво. Это какие-то Need for Speed там как онлайн. Так, ладно. Так, давай. Иди. Ты будто не знаешь, где я, уже запалил меня, поди, тысячи миллионов раз. Ты ж меня знаешь, что на этой карте я тебя не увижу никогда. Додумаешь? Додумаешь. Сказал Вай... просто как боженька. Вайдер, Вайдер, миссис женщин. У тебя, кстати, смех как у лисицы, ну, у Крэш. Знаешь, игра Крэш? Нет, не знаю. Ты меня не лечи. Что ты делаешь? И не держи рукой. Я уже как большой. ГТС-ку я знаю. Ночью со мной давай. Танцуй или играй. Пой на или читай. Это называется как обхитрить, блядь, ГТС-ку. Ай, сука, блин. Вот это прям было смешно, конечно же. Давай, я готов. Бутылка. Бутылка. Бутылочка, бутылька. У меня бутырочка. Сила в руках, то что я ж бутылку с подкола согнул. Нихера себе. Ну ты зверюга, конечно. Поехали вниз. Давай. Все, поехали. Короче, сейчас поедем вниз. Будет у нас ГТС-ка вообще по-жесткому разбираться. Нихера себе, ты там поехал вообще по жести. Так ты не внизу. Так я вниз ехал. Так едь еще вниз. Да? Да. Ну ладно. Сейчас скоро поедем. Давай едь вниз. Давай. Ты даешь того пацана, что ты внизу будешь? Нет. Блять, ты прям на минку упал, отвечай. Просто лечу за тобой, на минку прям упал. Красавчик. Так, ГТС, ты там где? Я не знаю, но я знаю, что тебе пиздец. Потому что я разозлился, блять. Ты опять подорвался, что ли? Нет. А, нет.
А я, блин, думал уже и рассчитывал на то, что ты опять подрался на моих суперских миночках. И, блядь, сюда. Миночках, миночках. Смотри, мы просто делаем вот так вот. Блядь! Заебал! Да? На туре сдох. Да ты заебал, блядь! Я сейчас реально уже не могу, я не шучу, Вадим, блядь. Чё ты не шутишь? Давай, блядь, играй. Окей. Всё, я понял. Давай, 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 давай. Сука, блядь, тебе повезло прям. Так, ладно, короче, ребята, перезаходим. Это у нас был второй раунд, счёт 1-1. Вот это да, бля. А я думаю, что это, или труп чей-то лежит, или что? Оказывается, что Вайдер, блядь, отдыхал. Это Вайдер отдыхает, да. Мне, в принципе, что делать-то еще? Кроме ой, того, я как на кизоре отдыхать. Спанулся, что-то. Не бреши мне. Сука. Блядь, я запомнил, сфотографировал. А где ты там есть-то? Не знаю, вон, я, блядь, катаюсь, смотри, прыгаю вниз. А, все вижу, вижу, вижу. И, конечно же, меня просто в жопе мира респит. Это, конечно, это ГТС-ки только так может вести. С респом, ё-моё. В смысле в жопе мира? Это как? Это где ты? Подожди сейчас. Где-то в другой стороне я был. От меня или от себя? От твоего правого соска. Так, блядь, я все понял, я, короче... Ну давай, Вайдер, нападай! А, вон ты, ехал, слава богу, я уже, блядь, обосрался, как бегемот Вася, ебать, давай. Почему Вася? Почему, например, не Ваня? Да потому что Вася умер вчера утром! Сука, когда ел хлопья с молоком! Давай ей! А, ну ладно. Киллер хуй, давай! Буду ёбаный знать тогда. Ёбаный Андрон, едь давай. ГТС-ка, стой. Нет. Да стой ты. Буду. Да стой. Ты мне ежемесячную зарплату не выдал, блядь. Какую? А? Круглую. Круглую ежемесячную зарплату? Да! У! Блядь! Опасная херня какая, а? Думаешь? Так-так-так-так-так! Smoke me every day! Эй, блядь! Давай, на минус! Сок! Так, ну чё, три раунда сыграно? Еще играем? Да. А, ну до пяти, ладно, ребят, давайте до пяти сыграем все-таки, дадим шанс ГТС-ке, потому что, сами понимаете, все-таки желание у нас тоже не из самых приятных. А, блять, тут, короче, можно сразу гирлянду включать, тю! Ну да. Я, короче, включал, понял, всегда этот, ну, опа, залетел. А я всегда включал, короче, только одну недру. Сука. GTS-ка one love просто. Это чувство, когда разработчики вносят ёбнутые обновления, а потом ты как дебил, сука, сидишь, блядь, и забываешь, что может включать полмарку. Ну да, кстати, иногда вот это прям раздражает, то что... Вроде как бы раньше вообще было привычно довольно-таки включить фулл нарку, ездить и вообще там особо ни о чем не париться. Привет, ГТС. И пока. Я сейчас приеду за тобой, подожди. Я выезжаю с пятими армянами, бам, блядь. Давай, давай. С пятими армянами? Да. Херасе ты опасный, а. Веркай, Вайдер, давай. Опасный тип ты, ГТС. Как вообще с тобой жить-то нормально после такого заявления? Я твою минку видел. Да? Да. Ты мне, я так думаю, подорвался? Я сейчас хорошо слышно? Да. Лично? Да, после того, как ты заорал, тебя было, кстати, херово немножко слышно. Потому что микрофон у меня такой специальный, если заору, блядь, он пугается и уменьшает мне звук. Пугается и уменьшает тебе звук? Да. Окей. Ой, аж подавился, собственно, это воздухом. Ёбаное говно. Сейчас опасненько было. Опасненько ГТС-кой было. Чё такое ярый? Можно, сука, не хочу свой нос пускать всякую залупу. О, твой труп на низу. Точнее, внизу. Не хочу пускать свой нос всякую залупу. Неплохо. Неплохо таки.
Залупу, блядь, нахуй. Так, мега-паркур от мистера Андрея. Поехали. Hands for him. Блядь, ну как я так запрыгнул первый раз, а сейчас нет. Ну ладно. О, здорово, ГТС. Ты где? Я внизу. Мысли. Да, блядь, время идет, ты скажи, где ты, а? Ну, внизу почти. Вон, видишь меня? Да ДЦП, едь обратно и повернись там назад. Смотри, сюда, налево, направо. Налево посмотри. Налево, сука, подымись обратно. Да обратно подымись. Вот, смотри, видишь меня? Где? Вот он я. Видишь, на мостике. Где, блядь, я тебя не вижу. Ну Вадим, все, все, ты все, где? Понятно. Вадим, стой, я тебя не вижу. Хочет дурачка включить. Блядь, они туда. Я тебе лучом сверкаю, видишь? Лучок-паучок. А наш ГТС-ка червячок. Так, ладно, едем. Smoky Redday, да-да-да-ла-ла-ла-лай, Аллах Акбар. Почему ГТС-ка там респнулся, а я не там? Ой, нетрушки еще нету. Вот это прям печально. Че, ГТС-ка, едешь? Че, обхитрить меня хотел? Хуй ты на снежном покрове катаешься? А че, нельзя, что ли? Мне вообще-то мама разрешила. Компенсация, блядь! I believe I can fly. Ты еще и минус? Да. Где ты там есть? I believe I can touch me high. Все понял. ГТС-ка, ГТС-ка. Хер пойми, где твой будет респа. А, вон, все вижу. Здорово. ГТС-ка, я тебя знаю. Я тебя знаю. Ты куда поехал? А, братан. Ну, блядь. Брат, братан, блядь, братишка. А мне сейчас хорошо слышно, да? Не, кстати, очень-очень тихо стало слышно. Алло. Да, сейчас нормально. ГТС-ка, чё, поехали? Ой, так сказать, токийский дрифт. Дрифт. Да ёбаный арабский хуй! Сука. Почему именно арабский? Бас, говно, блядь. Оп. Ты заебал, ёбаный кролик. ГТС-ка, здорово. Смотри, я где. Го ко мне, я создал. Еду. И... Чё, обхитрить меня хочешь? Ай, блядь, я прыгаю. Здорово. Я тебя тикаю, бам. Сука, все минки мои собрал. 4 минуты собрал. Падай в минус, пора подать тебе в минус. Падай в минус, Вадим. Нет. Нет, блядь, это. Да нет. Ты понимаешь, если ты сейчас мне проиграешь, то мы не будем пятый раунд играть. Может, два по приколу? Не-е-е. Залети, ёбаный Геркулес! Залетай, сука, залетай! Давай, 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 я верю в Бога! Ты поверил в него? Да давай! А он тебя нет. Давай, блядь, едь уже! Ёбаная хуйня! Ну да, блядь, правильно, давай в яму, там, прям в гроб! Хватит, еще бесконечное летание зафиксировано. Так, ну что, ребята, все. Ну да, блядь, все. Опять проебал, как хуй Валера. Да, короче, ребята, я с вами прощаюсь, но ГТС-ка попрощается с вами в желанке. Всем пока-пока. Вот такая вода и вот такая вот палочка. Ну, вам тебе тоже, Вадим, покажу. Да. Ну, я не нашел трубочку, поэтому буду ручку использовать. Не знаю, почему. Ёптон, ты через ручку, что ли, будешь... Да, я еще ванной, когда умывался. Ты вообще монстр. Слушай, я когда ванной умывался. Я, короче, когда ванной умывался, я попробовал. Сука. Знаете, голова что-то начинает болеть. Ну, короче, ладно, я микрофон вот так уберу. Не видно, не видно. Вебку опусти немножко пониже. Слушай, Андрюха, чтобы лучше заходило, ты тут зубной пасты добавь. Угу. Ну, бля, меня-то не видно, слышишь. Моих трусы, мои трусы еще не было видно. Ладно, давайте так. Так на заднем столике, видишь, у тебя там сзади столик есть. И шо? Ну, на нем можно забабахать. Там видно будет. Я вот так буду. А, ну все, без проблем.
Ты не знаешь, клавиатуру прищет. Клавиатура, мать. Ты не боишься, что тебе в натуре там в легкие или еще что-нибудь? Да я по чуть-чуть. В мозг затечет. Разбавится серой. Раз, два, три. ВДВ. Оно в глаза течет, оно не в легкие. Hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no fame. That you got no honeys, you got no names, no hate.